Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Firewatch. Так, прошлый раз я, наверное, не успел сохраниться, да, давайте посмотрим, мы сейчас где находимся. Мы сейчас находимся, нам нужно куда-то идти вниз, да. Так, сейчас мы посмотрим, сейчас мы отрегулируем звук. Стрим у нас уже начался. Собственно, Firewatch мы должны, наверное, сегодня мы, наверное, пройдем его. Так, найти место контролируемое выгоранию к югу от реки. Север у нас вот так. Значит, нам нужно идти на юго-восток. Ага, хорошо. Пойдем, пойдем. Так, Иван, привет. Всем, ребят, привет. Так, побежали. Так, сейчас посмотрим, звук у нас есть, все нормально? Все, звук есть. Все, все отлично. Так. Давай, прыгай. А руль, ребят, мы отдали в магазин обратно. Мы настраивали, оказывается, механический дефект руля. Вот. Собственно говоря, что это прям заводской дефект. Оба, что-то мы нашли. Магическое колесо. Стой, нет. Так, ну-ка. Вау, здесь вторая, кажется, это называется магическое колесо. Мы его сделали американские гейтсы, народу Кроу, небольшой здесь мы... Так, мы... Окей. А Ворон, привет. Ребят, не знаю, сейчас в магазине там разбираются, смотрят. Насчет этого руля, в общем-то, узнают, как это все там будет происходить. Я не знаю, ребят. Что с этим рулем, в общем-то, посмотрим. Так, идем куда-нибудь сюда, к реке. По-моему, мы здесь должны быть, да? Найти пожарных в старом лагере. Найти пожарных в старом лагере. Недавний огонь. Давайте сообщим. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Так, понятно, карта обновлена. И вам приятного аппетита. Приятного. Так, что мы сейчас тут увидим? Что у нас есть здесь? Три слепые крысы. Чё? Книга такая. Это книга такая. Ящик с припасами. Так, хорошо. Пойдем посмотрим, может, что здесь есть. Под деревом. Ничего. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Кого-то уволят. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Так, понятно. Здесь, как всегда, все загадочно, ребят, напоминаю, то есть у нас здесь мы являемся таким лесничим, который путешествует здесь по своим краям и заботится о том, чтобы не возникло пожара. Но в прошлом стриме, в прошлой серии, получается, у нас появились здесь какие-то подростки, которые бухали здесь. В общем-то, все раскидывали, провода порвали и так далее. Хулиганили немного, мы за ними охотимся. А оказывается, это были две девочки. Две девочки. И эти две девочки, они пропали. Вот. У нас были предположения по поводу того, что они могли... Ну, их кто-то мог убить. Какой-то здесь незнакомый, таинственный есть. Так, сюда я не могу перейти, да? Нет, не могу. По реке здесь мы сейчас ходим и ищем... Либо незнакомца вот этого таинственного маньяка, либо, может быть, это девочки какие-нибудь, я не знаю, маньячки. Ну, либо у нас провалы в памяти. Здесь, конечно, много вариантов. Может быть, мы являемся маньяком. Кто его знает? Что-то у меня какие-то вот такие предположения. Но чем это все закончится, никто не в курсе.
Ребят, у нас сегодня будет хоррор. Кто любит хорроры? После Firewatch мы пройдем Firewatch, и будет у нас хоррор. Поэтому, ребят, оставайтесь на канале, кто любит такие. О, большое дерево какое-то, смотри-ка. Карта обновлена, большое дерево, понял. Так, оба, лыжи. Черт возьми. Что это? Я могу об этом сообщить? Интересно, откуда здесь лыжи летом? Лыжи летом откуда, ребят? Какое-то дерево, большое дерево. Мы нашли одну лыжину. Так. И дальше-то что? Пойдем дальше. Ничего такого я не вижу. Хотя это странно. Откуда здесь лыжа? Одна. Тем более. Кто здесь мог кататься вообще? Кто мог его взять, эту, не знаю, лыжи с собой летом, я не понимаю. Конечно, здесь очень все красивенько, очень игрушка атмосферная, ребят, приятная. Приятно в нее играть, очень приятное настроение, атмосферу оставляет она после прохождения. Я не знаю, мы еще не проходили, но вот как бы после того, как мы, наверное, пройдем, многие об этом заходили в чат и говорили, что очень будет приятно, как-то, не знаю, на душе хорошо. В принципе, да. В принципе, надеемся. Но сейчас пока все окей. Не вызывает она какого-то негатива, я не знаю. Голбан, привет. Так, что ты сейчас ищешь? Мы сейчас ищем пожарных, ребят. Оба, ящик с припасами есть еще один. Нашли? Замечательно. Сейчас мы найдем. Карту обновляем. Так, карта обновлена, отлично. Записка. Давай почитаем. Рон, очень хочется, чтобы высшие силы не спаслали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дела с ней или мамой. Я сижу на месте, пытаясь придумать, что ей сказать, но вместо этого выпил уже четверть бутылки Five. Скучаю, Дэйв. Понял. Да, ребят, The Lone Dark скоро выйдет. Я едва успеваю тут записывать. Все, ребят, скоро выйдет, скоро выйдет. Так, что это такое? Старая туалетная бумага. Мне кажется, это не на Дженейр. Тоже нам не нужно. Что-нибудь здесь есть полезное вообще в этом ящичке? Терминал 7. Какой-то цветочек. Так. Давай-ка мы взглянем на карту. Мы где? Угу. Скаут Кэмп. Нам нужно куда-то туда. Большое дерево мы нашли. Слушай, нам, наверное, туда не надо вперед, да? Найти пожарных в старом лагере скаутов. Нам нужно просто вернуться назад и пойти. Возвращаемся назад, идем дальше. Снова механик, привет, как здоровье твое, дружище? Так, идем дальше назад. Ребят, мы в этом стриме, я надеюсь, на этом стриме мы пройдем полностью. А, да, 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 мы здесь уже были в прошлом стриме, просто я сохраниться не успел. Так, давайте. Старые снегоходы мы нашли. Въехал через пруд и утопил его. Здесь старый пруд скорее похожий на кучу грязи. У тебя есть на карте? Я знаю, где ты. Да где? Свиной пруд. Разбитый снегоход здесь. Потому что он назывался Свиной пруд. Чертовски хорошее название. Ну да. Как дела? У Миши как дела? Миши все хорошо. Все хорошо, ребят. Разобрали снегоходы до самых костей. I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but
Given what's happened, yeah. Да, это странно. Так, что-то можно еще мне отослать по рации что-нибудь? Но механик, дружище, выздоравливай, выздоравливай, дружище, не боли, не надо. So, is the scout camp anywhere near Pork Pond? Yeah, it is. Just keep heading east. Продолжай идти на восток, перейдешь небольшой овраг и точно его увидишь. Ага. Так, сейчас мы посмотрим, куда нам дальше. Нам нужно прямо идти, да? Пойдем туда, как раз нам, наверное, дорога вот куда-то сюда. Всю мы карту исколесили, ребят. Очень здесь, конечно, красиво. Замечательно. Ты как-то на душе спокойно становится, когда здесь ходишь. Но все-таки какая-то здесь тайна есть. Какая-то здесь есть тайна. Три части легенды о герое. Молодец, дружище, молодец. Стихи-то хорошо. Надеюсь, они тебе помогут выздороветь. Так, давай сюда погнали. Но здесь еще говорят какие-то медведи. Ну, судя с того, что гризли вроде как обитают. Это, конечно, не очень приятно. Потому что у меня только в руке есть фонарик и карта. Больше ничего. Так-то. Больше и нету. Какая-то здесь тропинка. Какая-то тропиночка. Давайте туда прогуляемся. Оба. Camp Arapaho. Арапахо. Лагерь yeah. Арапахо. It's been out there since the 50s. Он здесь 50-х. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Сломанный мост. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Так, понятно. Сломанный мост, ребят. Следующий стрим про что, ребята? А вот как раз я сделал анонс на Ютубе. То есть более подробно можно будет посмотреть про что обе игры на YouTube. Можно зайти, там как раз короткий анонс, там минуты полторы идет. Во вторую игру я вообще не играл, поэтому, ну, думаю, будет интересно. Так, мы правильно идем, нет? Подожди. Там мост. Родригес, сколько будет частей в моей легенде? Я не знаю, дружище. Сколько? Ты хочешь создать очень большую такую поэму? Так, давай-ка мы сюда, наверное, пройдем. А здесь же сохраняться можно, да? Сохранить игру. Давайте здесь ее сохраним на всякий случай. Потому что я в прошлый раз вообще не сохранялся. Я очутился вот где. В принципе, здесь есть, конечно, автосохранение. Так. Я не могу попасть... Вот мы идем как-то вот через мост. Не могу пройти. Найти пожарных в старом лагере скаутов. Черт. Возьми. Куда же нам идти-то, а? Мы обратно возвращаемся. Может быть, что-нибудь мы здесь пропустили, а? Давай глянем. Ну-ка, давай карту еще раз. Убежали сюда. Ну, здесь вот разбившиеся снегоходы. Это понятно. Это понятно. Через мост мы не можем... Ты давно прошел проход, ребят. Ну вот у нас здесь проход есть, но он завален. Может, он перепрыгнет все-таки, а? I'm still looking for a way across the ravine. Well, there must be one. I mean, the firefighters made it from that camp to Ruby River. Так, здесь я не могу никак перепрыгнуть, хотя здесь, не знаю, ничего такого страшного нет. Далеко от моста где-то есть проход. Оба.
По-моему, здесь можно, да? Так, тихо, давай сообщим об этом, о высоком уступе. Не успел. Но я надеюсь, я сделал все правильно. Будем так. Тотем какой-то. Какой-то тотем, странно. По-моему, нам сюда. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Ah. Well, it's not that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Может быть, это какая-то ловушка? I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. Так, попробуем что-то с медвежьим капканом сделать. There are bear traps out here in the scout shelters. В хижинах скаутов есть медвежьи капканы. Скауты отважная добыча, жуть какая. Так. Но я не думаю, что нам стоит наступать на него. Прям сомневаюсь. Так, может что-то здесь есть? Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Где они сидели, нашли. Топор. Бери. Я нашел топор. Вот это хорошо. А вот это хорошо. Так, что за записка? Так, а чё без перевода? Почему? Почему без перевода, а? They left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about. What are they researching? Oh, you know, рогатая ящерица. Maybe your turtle was an escapee. And a Wapiti Station clipboard with our conversations on it is just, what, recreation for them? I'm just messing around. Somebody is obviously up to something. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mine too. Оба, что это такое? Слушайте, мне, по-моему, затупила игра. Не могу туда дальше пройти, ребят, представляете? Вернуться на луг в Апите. Так, вернуться на луг в Апите. Так. То есть, получается, нам обратно нужно? Ага. Вернуться на луг Вапити. Я туда дальше не могу пройти. Почему-то нельзя. Ну ладно, не будем рваться. Топор я взял. Не знаю, как им воспользоваться, правда. То есть нельзя махать. Видимо, нам для чего-то пригодится. Так, пойдемте посмотрим. Еще вот сюда я не ходил. Давай здесь осмотримся. Ага, здесь пройти нельзя. Перепрыгнуть можно? Перепрыгнуть тоже. Мы, ребят, на краю карты, да.
Какой-то скелет. Ага. Там какой-то небольшой баг, мне кажется, все-таки есть. Потому что там пройти нельзя. Хотя ладно, давайте возвращаться. Интересно, как мы это делать будем. Нужно как-то найти способ, как вернуться. Сломанный мост. Это да. По нему мы вернуться не сможем. Нам нужно как-то забраться обратно. Это край мира, наверное. Что-то мне кажется... Оба! Точно, давай-ка рубанем это дерево. Вот для чего нам топор. Готово. Пробегаем. Так, бежим, значит, нам куда? Угу. Я, конечно, ребята, я думаю, вот сюда нужно куда-то. Вапити Стейшн. Видимо, сюда. Да, та, да, 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 у нас есть топор. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Что за дела? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. And what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. День 77. Кто-то еще третий следит за нами, ребят. Кто-то следит за нами. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The Flapjack Fire continues to move in a southerly fashion. Пожар Кренделя продолжает двигаться в южном направлении. Делала. Какого хрена? Возьми рацию. Hello, привет, солнышко. Sorry. Я ненадолго отходил. Чем могу помочь? Ты поможешь мне отсюда уехать? Хенри, у нас есть work left to do. Let's chat about what's bothering you and you'll feel better. Are you serious? Let's talk. Okay. Даня, привет. Джастон, привет. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Изучить постер с Флорой. Да, хорошо, что пришел. Что ж, мы уже скоро подкрадываемся, ребят, к финалу. Финал скоро будет. Так что нормально все. Вы успели, кто подошел. Так, мне интересно, что за финал здесь будет, а? Изучить постер. Какой-то постер надо изучить. Так. Изучить постер с Флорой. Вот это что ли? Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree? Ты видишь дерево в верхнем ряду ряда? Второе слева. Да. Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me, just
Internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Так, нам нужно сообщить о плакате. Какое дерево я должен усвоить? Верхний ряд, второе слева. А, ну это понятно. Ну это мы слышали. Это странно. А, ребят, да, на руль насобирали, но мы как бы его тестировали, у него был небольшой дефект, механический какой-то дефект. Говорят, что у многих рулей данной марки такой дефект, в общем-то, от завода идет. Поэтому моя черепашка. Так, ладно, пойдемте. Посмотрим, ребят, что с ним будет. Так, смотрите, впереди пожар. Не собирается утихать. Никак не могут его затушить. Так, погнали. Что нам нужно? Изучить постер с флора. Ну, слушай, ну мы же его изучили. В чем еще нужно? Что еще надо-то, а? Может, вернуться нам к этому дереву надо? Я не понимаю. Big 3. Так. Давай посмотрим, как бы нам его изучить. Угу. Нам нужно идти сюда. Изучить постер с флорой. То есть оно нам показывает какое-то дерево. Дерево реально очень большое, которое мы нашли. Давай бежим сюда. Может, пробежимся к этому дереву? Правильно мы идем? Ну, по сути, практически правильно. Нет, наверное, сюда. Какой идет туман? Ну, то есть это как раз идет пожар в эту область. По-моему, пожарники ничего не могут сделать, потому что пожар очень-очень сильный. Я не знаю, как они с ним справятся. И выживем ли мы? Изучить постер с Лорой. Но мы уже его изучили. Я думаю, наверное, нам просто нужно дойти до этого дерева. Что-то мне так это кажется. Не знаю. Давай сюда побежали. Выжженная территория. Охота посмотреть здесь. Может, еще что-нибудь мы найдем. Так, где-то здесь это большое и интересное дерево. Мы там нашли одну лыжу. Кто-то, видать, готовится к лыжному сезону уже заранее. Вот она. Большое дерево. Окей. Ничего странного. Так, ну ладно, давай так пойдем. Хорошо. Пройдемся здесь. Или нам, наверное, проще вернуться будет. Идти к тополиному ручью. Так, подождите, какая-то изменилась у нас цель. Идти к тополиному ручью. Дела у меня хорошо, ребят, все отлично, просто супер, все замечательно.
I'm here at Cottonwood Creek. Как у вас, ребят, дела? See the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Что она сказала? 5678, да, ребят? Хорошо, что запомнил. Фу. И закрывайся. Какой-то интересный ящик. Новая рация, ребят, мы нашли. Тихо, ты что тут-то выкинул? Забрал. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us. Здесь происходит? Эти люди подслушивают нас? Я не знаю. Our radios are tapped. Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Давайте возьмем старую рацию. None of it makes any sense. Кто это делает? Кто нас подслушивает, ты прикинь? Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. Maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you... Delilah, you're not real. Ё-моё. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Странный звук, услышали? I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Fuck. How about you don't do that again? Так, ребят, жутковато становится. Tom Clancy The Division — это новая игра, ребят, которая выйдет у нас завтра. Hey, I just thought of something not, not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Yeah, I told you not to say anything. You agreed with me. I know I did. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Вот так вот, да. Брат один, привет. Fuck, Delilah. Рад тебе верить. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Так, ребят, мы куда-то сейчас вломиться на лук в опите. Мы сейчас куда-нибудь вломимся сегодня. Так, хорошо, спускаемся вниз, потом идем налево. И какие-то странные звуки. Вы, ребят, слышали, что это такое вообще? Странные звуки сейчас были. Какие-то очень странные. Мега.
Я не знаю даже, как такое могло звучать вообще. Что? Что такое могло звучать? Я не понимаю просто, что это может быть. Опа, перепрыгиваем. Так, давай спускаем. Правильно мы все доделаем, да? Подожди, может быть, нам наверх забраться, нет? Нет, нормально, мы должны спуститься, я так понимаю, сюда. Старейшины почти все уже здесь. В общем, ребят, вышли новые игры у нас на каналах. Это будет, значит, следующая игра Liars of Fear. Это такая жутковатая, страшная, психологический хоррор. Я даже не знаю, как сам его буду проходить. Взял так посмотреть. В общем, если вам понравится, будем проходить его дальше. И еще одна игра, так, это Tom Clancy's The Division, она тоже бетка у нее, в общем-то, мы будем завтра, бетка вышла уже, ее все давно ждали, очень долго, там будут битвы в Нью-Йорке, очень крутой экшен, я так думаю, по описанию, конечно, по отзывам многих людей, как бы все ее очень ждут, я тоже очень жду ее, посмотрим. А Том Клэнси, не знаю, Сайба там нет. Том Клэнси Rainbow Six у нас с Сайба там только. А вот это пока нет, наверное, без Сайба-то. Он пока ее не купил. Мы должны сейчас вломиться за забор. Интересный какой-то, секретный, ребят, забор. Который что-то там прячется за этим забором. Мы не знаем что, но какой-то был странный звук. Я не знаю, на медведя это точно не похоже. Это точно не похоже на медведя, поэтому мне кажется, что... Я не знаю. Тут уже и подумываешь о инопланетянах каких-то. Какие мысли только в голову не приходят. Ну, в общем интересно. Я вот думаю, правильно я двигаюсь или нет. Я надеюсь, что я... Да, правильно идем. Ветер усиливается. Пожар, ребят. На эту территорию идет... вот он, забор. Движется пожар. Огромный пожар. Так. Давай сломаем ее. Нафиг. Вот так вот. Я вломился. Выломил калитку. Хорошо. Так, что-то сейчас будет. Исследовать лук в Вапити. Ё-моё! Господи, пчела! Как ты меня напугал-то, а? Персоналу станции Вапити. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках и нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Понятно. Что, возьмем с собой документы? Не знаю, я все беру с собой. Конечно, в инвентаре, тут здесь инвентаря нету. Так, тихо. Давай-ка сообщим, пообщаемся по рации, нет? Смотри-ка, начало как темнеть. Прыгаем. Владик, привет. Ребят, посмотрим, может быть, и постримим, не знаю, ребят. Как сил хватит, посмотрим. Если у меня будет получаться, я в субботу буду больше стримить. То есть у нас будет самый длинный стрим, наверное, в субботу. Потому что как бы все отдыхают в субботу, во-первых. Во-вторых, у меня больше времени будет в субботу. Но если у меня, конечно, будет, ребят, получаться больше... Времени свободного будет, то мы будем в субботу больше стримов делать. Тут никого нет, счастье для нас. Да, здесь серьезное радиооборудование, беспроводные штуки. Что ты имеешь в виду? Я говорю об огромном 6-метровом радиовышке. Они прослушают все и всех. В низине они расположились, но здесь работает генератор.
их как бы не заметит, но они всех прослушивают. Вот такая вот у них система. И прослушивали и нас. Так, что-то еще, какие-то осы или пчелы здесь летают. Смотри-ка, давайте будем под них подальше держаться. They're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Вся земля расчерчена. Мне кажется, это взрывчатка. Оба, какая... Там какая-то палатка, ребят. Что-то мы, кажется, нашли. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Есть куча всякой техники подобного дерьма, например, тарелки и штука на металлических ножках, тут повсюду раскиданы провода. Новейшие технологии. Как они умудрились все здесь разместить? Инженерные войска США размещали здесь свои вышки, так что... Черт возьми, что здесь происходит вообще? Епаксель, привет. Так, что-то еще можно сообщить по рации, нет? Разметка почвы. Давайте пойдем в палатку. Definitely some sort of monitoring station. Станция мониторинга. Мне интересно, где они все их вещи здесь. Посмотри и убирайся отсюда. Ага. Радиоприемник. Следили за нами. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry? Yeah, holy shit. Holy shit. It, right? Yeah, of course. Давай возьму, возьму, конечно. Чё за байда такая? Фуба! Так, ну-ка, давай-ка. Чё мы ищем-то, а? Следуй за пикающим устройством. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Так, давай об этом сообщим. Found the main monitoring desk. You should get out before they come back. This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. Выглядит так, как будто достали только что из космического корабля. Но я не знаю, может быть, здесь за инопланетянами вообще следят, а? Measuring the barometric pressure too. Измеряют атмосферное давление. Отвлекающий маневр, не думаю. Got another clipboard here that confirms that they're tracking our movements. The log they've got tracks the movement of four subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? They've got a map with all sorts of paths and areas marked out on it. There are lines так, that look like some наверное. Of the I normally take. Карту надо обновить. Are you positive it's you? Some of their descriptions seem like короче, они за нами следили полностью. Yeah. Кто-то. Maybe the Goodwins? What if they were following them last summer? В прошлом летом следили Гудвины. If they were, there's no way Brian knew. He would have said something. Yeah, I can't imagine a kid like that could have kept this under his hat. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Надо убираться yeah, отсюда. This thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Да, ребят, я постоянно оглядываюсь, думаю, может, меня кто-нибудь сзади там по голове тюкнет. Box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. Земля, землетрясение. Ага. Сейсмические удары. Это детектор лжи какой-то. Где спят трое, у них здесь ряд коек. Так, она мне все говорит, давай-ка ты возвращайся, возвращайся. Сус.
что-то еще может быть, а? Здесь ценное есть. Куда мы пришли? Кто за нами следит? Вообще ничего не понятно. Так, ну давай сюда еще зайдем. Я не знаю, что тут. Смотри, как прибор реагирует. Именно когда вот мы сюда приближаемся. Оба! Черная коробка. Какие-то документы. Are you shitting me? Да вы издеваетесь? What? Что такое? There's a folder. Здесь целая папка отчетов. What do they say? Что они говорят? Это оценки, они оценивают нас двоих. Здесь есть даже про Джулию. Например, вещь, которую я тебе не говорил, это... Что там говорится про меня? Ты сказал там про меня что-то. Похоже, что они ходили за мной, что я делаю, пока исследую местность. Господи! Генри, ты меня слышишь? Тут сказано, что ты... Твой парень с нами. Что? Это не так. Они играют с нами. Ага, окей. Это так, откуда им знать, кто он такой? Какого черта это вообще? Меня достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Ты чё? Делайла. Делайла. Что, подумай it. Об этом, это... Я подумал, это безумие. Мы их поймем. Если пожар поднимется в гору, кто-то в нем погибнет. Мы сообщим об этом. Сообщим об этом? Да, возможно. Бог мой, Делайла, нет, ни за что. Ну, может, лучшая есть идея какая-нибудь? Это определенно не лучшая идея. Офигеть, как я взвинчена. Все хорошо, я иду домой. Я просто вернусь назад, у нас есть приемники, мы можем подумать, что делать дальше. Вернуться к вышке две тропы. Да, ребята, слышал шум забора, было такое. Было. Так, прибор этот вообще, я не знаю. Может, им как-то можно драться, нет? Очень загадочное место, ребят. Очень. Может, какие-то приборы я сейчас смогу? Тихо, что-то они пикают, пиликают. Так, окей. Ладно, пойдем отсюда. Надо уходить. Так, там ничего. Генератор, радиовышка. Идем домой. Вот такая вот ситуация. За нами следит кто-то. Какая-то целая организация, ребят. Какой-то, может быть, это психологический эксперимент над нами проводят они. Это очень похоже на психологический эксперимент. Очень. Держи! О, shit! Черт возьми! Hey, shit. The bridge collapsed. Мост рухнул, когда я выбирался оттуда. Кажется, от центра идет дым. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Что нам делать? Сообщить. Мы просто сообщим о нем, как о любом другом пожаре. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Сваливаем отсюда. День 77. Вот это да. Прям что-то поймал. Вроде сигнал, он делает бип-бип. Yeah, what could it be?
Кто это может быть? Не знаю, ты должен выяснить. Хорошо, я уже иду. Оба ли... Короче, она уже бухает, да? Отличный план. Я в этом хороша. I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Следовать за приемником. Рация включена. Нет, подожди, рация выключена. Так, ну давай попробуем понять вообще, куда нам нужно двигаться. По-моему, нужно налево куда-то идти. А может, мы отдаляемся наоборот? О, кажется, идем мы к цели. Так, хорошо. Прыгаем. Что же все-таки здесь происходит? Там пожар все больше и больше. Так. Отдаляемся-то где? По-моему, мы не сюда. Обратно бежим. Вот там. Так, это что у нас там находится? Ну-ка, давай посмотрим. А компас-то как мне достать-то? Эй, мне нужен компас. Хотя, можно и так, наверное, найти, да? Здесь психушка, бежим отсюда. Походу, что-то похоже на психушку, но... Какие-то психологические эксперименты. Дыра в кустарнике. Расчищаем. Кажется, мы что-то нашли. Странный рюкзак. Твою мать. Сигнализация. Проверить странную сумку. Ключи. 452. Это пещера. А, вход в пещеру, по-моему, да? D, I found some sort of supply bag. Light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at the man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my God, go. I'm going. Давай, давай, побежали. Что ты болтаете там? Так, нужно, ребят, посмотреть, куда мне идти. Так, куда мне идти? А, нам нужно в пещеру. Ага, кейв. Так, компаса нет, поэтому придется как-то вот так. Смотрите, какой на горизонте там огромный пожар. Так, по-моему, мы правильно идем.
Так, через вышку. И потом у нас одна тропа куда-то сюда. Вернуться к вышке. Давай. Так, тут сохранение было, отлично. I don't see anyone up here. She was just there. Может, внутри... Опа, приклеенный плеер. Вот это угар. Опа, опа. It's a tape of us. Это кассета с нашими разговорами. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it Психованные доярки. Like we were the ones who burned it down, and that it was your idea. No. We are screwed. Мы в жопе. No. Нет. Dean, не паникуй. Don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Что за херня творится? Вот это да. Мне достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Делайла, что? What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there. Они просто в этой пещере, следует пещерам. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they left us out of here, it's gonna be in handcuffs. Так, будем держаться вместе. Нам просто нужно держаться вместе, рассказывать одну и ту же историю с первого дня про тех девочек, про того человека и так далее, да? Так, ладно, идем в пещеру. Юс Джекс, привет! Так, ну что, погнали. Побежали в пещеру, пожар уже где-то рядышком с нами. Так. Мы идем в правильном направлении. У нас есть ключи от этой самой пещеры. Правильно же мы идем, да? Так, погоди. Неправильно мы идем. Нам вот через туалет. Пойдем через туалет. Это где-то здесь. Ну, в общем, загадочная история, ребят. Я... Деревянный знак. Какой-то. Может, еще в туалете есть какие-нибудь? Ничего. Ничего там нет. Давай, погнали. Оба! Отлично. Я думаю, что там главное, чтобы медведя не было. Это основная задача у нас. Не попасться медведю. Гризли. Я его не видел, но не знаю, есть ли он здесь или нет, поэтому... Но все-таки мало ли что. Здесь можно спрыгнуть? Можно. Ну давай, прыгай. Hey, you didn't actually make that call. Ты ведь не вызывал другую вышку, так? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't.
course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Кто-то пытается настроить нас против друг друга. Ну, не знаю, я почему-то Делайле это не верю, честно говоря. Пускай она думает, что я ей верю, но я ей не верю. Я думаю, она в чем-то виновата. Я не знаю, в чем. Так, где-то здесь, по-моему, пещера, я не помню. По-моему, здесь где-то, да? Точно! Вот мы и пришли. Вот мы и пришли. Открываем ее. Заходим. Ты, ё-моё. Прикинь, за нами закрылась. Кто за нами мог закрыть? Delilah, someone locked me in the cave. Заперли в пещере. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Delilah, пошли кого-нибудь в пещеру, черт возьми. Женщинам вообще верить нельзя. Женщинам доярком. Jesus, this is a big cave. Господи, это большая пещера, мать его. Нас, по-моему, она кинула. Ну, как я и говорил. В общем, походу так оно и есть. Трещины в камнях. Полезли сюда. Пробираемся в пещеру. Кинула она нас. Как я и говорил, блин. Как жалко. Но мы никак не могли на это повлиять, ребят. Никак не могли. Она с ними заодно. Я тоже так думаю, ребят. Так. Тут что такое? Подожди, я могу вниз спуститься, нет? Вниз не спускается, хотя там что-то лежит. Ботинок. Здесь есть кто-нибудь? Не могу спрыгнуть. Наверное, идти нужно сюда. Там ботинок. Странное место. Странная пещера. Очень странная. Так, что-то прям я запутался, как-то он повернулся. Интересно. Я надеюсь, мы идем прям правильно, да? Прямо. Давай. Главное, чтобы медведя сейчас не было. Потому что мне еще не хватало сейчас медведя. Прикинь, Делайла отключилась. Так, где-то мы вылезли. А может, это матрица? Походу. Эй, ты там? Да что такое? Что ты нашел? Пока ничего, потому что кто-то пытался меня запереть. Ты видел кто-нибудь, кого-нибудь? Захлопнул за нами дверь, за чем бежали. То есть ты ничего не нашел? There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Походу, не удалось меня там закрыть в этой пещере. Я выбрался опять. Делайла думает, да ё-моё. Какой он живучий гад. Мне так, по крайней мере, кажется, что он, так оно и есть. Что они пытаются... Опа! Делайла, я только что нашел... Делайла, я только что нашел вход. Выход породы. Какой? Really? Правда? Yeah. He built himself a real castle. Настоящий замок. Hey, remember that pack I found? Помнишь, я нашел рюкзак на второй день твоего прибытия здесь, да? Я нашел план возвращения с Сталином Брайном. Уверен, он продумал весьма тщательно. Some wily coyote stuff, I'll tell you that much. Брайан работал над школьным проектом по физике, про отражение радиоволн метеоритным дождем. Бедняк, забыл свою домашнюю работу? Он был довольно умный, да? What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge.
I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Гнездо животного. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Bunch of rocks stacked up. You made a wall. Тут свалена куча камней, но построил стену укрепления. О, господи, да, очень мило. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian, банка краски, самодельный знак. I get sick to my stomach. Yeah. Флаг. Sorry. It's a little weird that he just leaves so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Какой-то Brian liked флаг? To go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Старую школьную папку. Так, давайте просто перечислим, что мы тут еще нашли. Заинтересован, когда мне пришлось уехать. Старая подушка. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Целое убежище, ребят, мы нашли только что. Оба, можно использовать скалолаза. Ну-ка, треснувший камень. Камень можно использовать. И как же его мне использовать, а? Та разбитая старая игрушка, что вроде электронной игры. Да, я люблю Pong. Все любят Pong. Да, у Брайана там было все, что он любил. Так, ребят, что-то еще здесь я не увидел, а? Или все? Куда же нам лезть? Давай, просто прыгай, давай, ну, вперед. Нам нужно найти какой-то крюк. Подожди. Здесь схема любительского радиоприемника, похоже, Брайан над ними работал. Может, где-то мы здесь что-то отроем, а? Нужно покопаться, наверное, получше. Открытка. Давай посмотрим. Это записки. Дорогой рейнджер, привет. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправьте их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Foxtrot Lane, North Platte, Небраска. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил. Ну, они моего папы. И я не хотел, чтобы он их потерял, но я больше не хочу лазать по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное время. Спасибо вам большое, рейнджер. Брайан, награда будет хорошая. Максим, привет! Привет, все-таки вместо Dying Light решил Firewatch. Да, ребят, мы решил уже до конца его добить уже, чтобы у нас, раз мы его начали, игрушка, говорят, не очень длинная, но мы решили ее все-таки допилить уже окончательно. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Так, это берем. Это не надо. Давайте это возьмем с собой. Может, еще какая-то записка есть. Так, это не надо, наверное.
Ну, бас, связка крюков. Отлично. Я думаю, это то, что нужно. Открытка от Брайана, адресована, мне кажется, его соседу. That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Так, окей. Что это такое? Схема радиоприемника? Это не надо. Это не надо. Бери с собой. Так, я думаю, теперь мы можем забраться на скалу, да? Получается. Если я все это нашел. Школьная папка, все дела. Вбивай. Отлично. Вот так. Как ты думаешь, что там? Я не знаю, ты что думаешь? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a. Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ха-ха. Короче, она в чем-то замешана 100%. 100%. Так, мы где сейчас? Исследовать глубины пещеры. Исследовать глубины пещеры. Идем сюда, может быть, нам удастся проникнуть в глубины пещеры, ребят. Сейчас посмотрим. Стукнуть топориком по голове. Здесь, по-моему, да. Девчонки объявились, похоже, ты их не убивал, а никто не убивал. Оба, девчонки объявились. I wonder if they know anything. Интересно, знают ли они что-нибудь? Some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Так, там радиоприемник Пикл. Я вообще-то иду к пещере, но почему-то я когда к ней возвращаюсь, радиоприемник перестает вообще пикать как-то. Поэтому мы пойдем по радиоприемнику. Давайте посмотрим. Так. По-моему, куда-то сюда. Где-то здесь. Опа! Мертвый лось. Ты думаешь, он узнал о государственной программе? Shut up. Молчи. This elk is wearing a tracking collar. The wave receiver picked it up. На лосе отслеживающий ошейник. It's numbered. Like the subjects they were following. Yeah, like that. Well, that would make a lot of sense. Что там написано? Yeah, it would. 3871. 3871, ребят. Maybe they were tracking elk at that. Может, эти цифры нам пригодятся. Maybe they were doing exactly what they said they were. Delilah. Yeah. There was lots of equipment there. I mean, they could have been up to a lot, you know? Yeah, sure. They could be. Так, дальше-то что? Черт возьми, что здесь происходит? Исследовать глубины пещеры. Теперь нам нужно вернуться обратно, да? Погоди-ка. Ага. Три восемь семь один, ребят, да. Ну, чтобы не забыть, то потом, может, это нам пригодится вообще как-нибудь, а? Ну, я, ребят, не знаю, что нам нужно. Наверное, может, как-то прямо идти или куда.
Мы вместе ее раскрыли. Она состоит в секретном обществе доярок, женщин-убийц, которые на самом деле являются обществом мужчин-дояров, косящих под женщин-дояров, которые пытаются стукнуть тебя топориком по голове. Да, походу так. Походу оно так и есть. Глубины пещеры. Черт его знает, сейчас-то куда идти нам, а? Давай, наверное, сюда пойдем. Может, что-нибудь здесь будет? Какой-то звук сейчас был. Сохранение. Так, пещера. Ключ-то забрал. Давай еще полазим. Может, что-нибудь найдем мы здесь, а? О, вот это нужно. Хорошо, что мы пошли сюда обратно. Снова. Давай вниз. Куда же нас занесло-то, а? Пошли. Так, тут что? Ничего. Отлично. Опа, кто-то лежит. Это же похоже на хоррор. Ты же, господи, ребенок, прикинь, Брайан Гудвин. Боже ты мой. Смотри, его завалило камнями, или кто-то по голове ему камни накидал. Я бы взял сломанное бы у него вот это вот сломанное снаряжение, оно. Оно, по-моему, оттуда сорвалось. Кстати, мы там видели ботинок, ребят. Мертвый ребенок. Я бежать почему-то не могу. Выбраться из пещеры и сообщить о теле. Это прикольно. Я не думал, что здесь такая огромная пещера. Интересно, все-таки вот, ребята, интересно, Делайла будет у нас виновна или нет? Чем закончится? Заинтриговали, конечно. Так, вылазим. Эй, Ди. Эй, Ди, наконец-то я вся извелась. Позвони службу спасения. Что? В пещере тела. Это Брайан Гудвин. Ты что, издеваешься надо мной?
How does that... Что это? Что? Я не... I don't... How? Как? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Возможно, это был Нед. Я не знаю, может быть, это был Нед? Если даже не лично, то он все равно вложил в голову мальчика достаточно гребаных тупых знаний, чтобы он мог погибнуть, сукин сын. Что нам теперь делать? Ты в порядке? I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow. Завтра все равно уезжаем, иди обратно. 79-й день. Делайла нужно осеменить, ребята предлагают. Пока не уехали. Так, собрать личные вещи. Собрать личные вещи. Давай возьмем черепашку. Оба, самолет. Ну-ка, дай-ка я выйду. Ты видишь самолет? Нет, собираю вещи. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Так, ждем вертолетов. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah. Look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. I mean, am I walking into a trap right now? Я сейчас иду в ловушку. Надеюсь, что нет. Это я бы предпочла запомнить тебя в баре, не в тюремной камере. Ох, да. Так, я не знаю, что тут еще собирать. Черепашку я взял. Егорик, привет. А что еще мне взять можно, а? Жучок, может, возьмем? Давайте все возьмем. Свадебное кольцо. Всякие книги я брать не буду. Личные... О, вот, может, кассета вот эта вот. Заберем все. Так, не знаю, остальное, всякие банки, склянки я брать не буду. Что-то еще тут карта, может, какую-то не надо. Ребят, как черепашку мы назовем? Вот брат один предлагает. Как ее назвать? Черепашоди? Черепашоди? Ваше предложение, ребят. Как мы ее назовем? Черепашка. Пока мы отсюда не уехали, не сгорели здесь. Нужно дать имя черепашке обязательно, ребят. Так, Муму, есть предложение. Микеланджело, ты из ниндзя черепашек? По-моему, я куда-то не туда бегу. Сигнал вообще никак не меняется, следует за приемником. Давай, приемничек, веди нас, выведи отсюда. Суп-набор.
Супнаборчик мой дорогой, да? Кажется, что-то слышу. Подожди, пролетает над нами самолет, по-моему, да? Короче, вообще без понятия, куда бежать. Прям вообще не знаю даже, ребят. Да что ж ты. Джордж! Консерва. Наша уже черепашка уже без имени не останется. Филе. Да, вот это жесть. Следуй за сигналом. Давай спрыгнем, наверное. Я не знаю, куда следовать. Сплинтер. По-моему, верно. Ага, сигнал становится ближе. Отлично. Влево, я понял. Сейчас мы туда пойдем. Когда мы вот сюда идем, смотри-ка. По-моему, куда-то в пещеру. Давай, давай, давай. Черствый пирожок с мясом. Закуска. Ничего не видно. Мне кажется, в пещере все-таки что-то есть. Вертолет над нами. Не знаю, не знаю. Давай, может быть, сюда? Деньги. Черепашка, это деньги? Вообще непонятно. Я смотрю на этот нашу сигнальную штуку, то она какая-то... Ну, раз мы уже спустились сюда, давай-то полезем. Усиливается сигнал. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Наверное, с другой стороны как-то нужно сейчас выйти. Сейчас мы вылезем отсюда, из этой ужасной пещеры. Тут мальчишка погиб. Что здесь вообще происходит, никто не понимает. Оба, есть. Сигнал начинает усиливаться. Есть шанс, что мы движемся как бы в правильном направлении. Есть, конечно, такой шанс. Но опять же. Давай, 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 залазь. Отлично. Хотя бы сигнал уже ближе стал. Давай карту. Компаса нет, поэтому достаточно сложно понять вообще... В каком, черт пойми, стороне, куда нам идти-то, а? Давай. Что-то, по-моему, тут же вылезли, да? Ну это жесть, ну давай же, ну вертолеты. Ага, уже близко. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May.
There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Есть аварийный фуникулер, который поможет добраться до твоей вышки, да? Так, ребята, аварийный фуникулер есть где-то. Чтобы до вышки нам дойти, нужно найти аварийный фуникулер. Ну, по крайней мере, сигнал уже усиливается, это уже радует. Потому что, ну, значит, уже скоро. С 23 февраля поздравляю вас, мужчины. Это день календаря, праздник мужества и силы. Вам желаю от души счастья, радости, удачи, благосклонности, судьбы и любви большой в придачу. Спасибо, дружище Егорик, спасибо огромное. И тебе тоже. Тебя тоже с наступающим 23-м. Ребят, у нас будет стрим на 23-е, поэтому приходите обязательно. Повеселимся, попразднуем. Так, где карта? Фуникулер. Я, ребят, не помню, где этот фуникулер был, если честно. Наверное, куда-то в этом направлении тогда идти нам, да? Левее, да? Да куда тут левее-то? Мы уже к озеру пришли. От озера налево, да? Да, попробуем. Так, есть, кажется, что-то, походу, где-то здесь. Вертолет хоть видно, нет? Так, отлично. Все правильно, брат один подсказывает. О, да, где-то здесь. Так, отлично, отлично, где-то здесь. О! Кто-то оставил веревку, чтобы я по ней забрался и рядом. Откуда ты знаешь, что она для тебя? К ней привязан отслеживающий ошейник, кто-то привел меня сюда. И здесь еще одна кассета. О боже мой, Генри. Берем кассету. Привет, Генри. Лучше тебе это найти, прежде чем все сгорит. Достали друг другу много головной боли. Теперь я должен переместиться на место, которое... Ты не можешь обвинить меня за то, что я с тобой приглядывал, особенно после нашей встречи в мае рядом с чертовой пещерой. Я здесь уже 3 года, пытался обжиться, зимы тут крайне, жесткие, у меня кончились книги. Я установил эту антенну, делала этот альбом, который ты не хочешь менять. Я вроде бы понял, почему Брайану она понравилась. Где-то неделю назад я перестал волноваться, что вы что-то найдете, но именно тогда из-за вас все покатилось чертям собачьим. Вы ничего не знаете о воспитании детей, ясно, никто ничего не знает. Это не Эдди и Опи, которые каждый день ходят рыбачить на озеро. Ты не вымышленный в Майбере, но ты должен знать, что я его не убивал, ясно? Мы карабкались, я его учил, его Брайан был недоучкой почти во всем. Он просто неправильно установил. Что за хрень? Вернулся и похоронил его, но я... Не ищи меня, мне жаль по поводу твоей жены. Офигеть. Мы нашли наблюдателя. Что это значит? Что там? Это был Нед Гудвин. Он был тот, кто слушал нас просто... Не Гудвин, он записывал кассету, он ушел вглубь Шона, Шошони, он не хочет, чтобы кто-то его знал, где он.
Потому что он убил Брайана, потому что он убил своего сына. У него здесь бункер для выживания с радио и прочим. Он все это подстроил. Ты должен возвращаться, вертолет уже в пути. Окей. Идите наверх к вышке ТОРФ для эвакуации. Так, ребят, давайте посмотрим. Ага. Понял. Наверх к вышке. Хорошо. Давайте, ребят, сначала все здесь посмотрим, походу. Brian was a nice-looking kid. Брайан был симпатичным. Ага. Он, боже. What? Что? Nothing, just... Ничего, просто какие, кое-какие вещи Брайана. Пропан, зимние куртки, книги. Возьмем. Гудвин был автором отчетов, которые я нашел в центре. Он записал все, что он с нами сделал, все, что он делал каждый день. Он был до усрачки напуган. Вау, еще бы. Так, что-то еще можно... Ты бы видела штуки, над которыми он здесь работал, много же свободного времени у него было. Магнитофон выглядит знакомым. Извини, ничего не знаю, что сказать, не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Так, пожар растет, понял. Ха. Он соединял краденые аккумуляторы, чтобы иметь электричество. Давайте уходим отсюда. Игорь говорит, всю ночь, говорит, играл в эту игру. Ну, прикольная игрушка, так-то чё. Офигенная. Так, ладно, давайте уходить, потому что здесь пожар. И сейчас у нас тоже все здесь сгорит полностью, походу. А, так, возьмем мы карту. Карта, карта, карта. Нам нужно идти, наверное, прямо, да? Так, прямо потом направо. Там можно выйти, нет? Так, здесь нельзя. Давай, давай, в другую сторону. Скорее, скорее. Тут здесь пожарище-то. Припекает. Правильно мы движемся, дружище? Давай, скорее. Вот так вот, в общем, один товарищ убил случайно своего сына. Какой-то он странный тип. Конечно, всякое случается, но... Он пытается скрыться, я так понял. Да. Правильно идем. Нет, неправильно, другой стороной. Окей. Чем же эта история все закончится? Скоро узнаем. Так, жалко, у нас здесь никакого навигатора, приходится вот так вот рыскаться. Куда, непонятно. О, бог ты мой. Давай же. Куда, не, дружище, ломись. Ну же, прыгай. Красава. Так, вот сюда. I know I should be relieved,
relieved that there's no evidence of us starting that fire. Знаю, что должно чувствовать облегчение. Crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. Я думаю, что это был несчастный случай, мне так кажется. Meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go, and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave, because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. Dee? Is that a helicopter? Yeah. Что, стрельба какая-то? Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think. Только она полетит с ними. D. What if they don't come back for me? They'll come back. That's their job. Just what if we miss something about something, I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Just wait. I'm gonna go. Okay. If you have to. I have to. Hike safe. Ну, он хотел ее хотя бы увидеть, да? Да, ребят, конечно, радовался. Мы на стриме радовались, ребят. Всех поблагодарил за 30 тысяч подписчиков. Идем дальше к 40. Спасибо всем еще раз, ребят. Походу меня кинули, ну. Я с этим прибором здесь и останусь. Буду бегать по пустырю вот этому. Давай наверх. Куда-нибудь уже залазь. Так. Воу, давай. Так, ну что, ты правильно залез-то хоть, надеюсь-то на это? Оу, чит. Так. Родригес, сейчас я стихи на юбилей не буду успевать писать. Ничего, успеешь. Ты много стихов пишешь. На сборах в Турцию ездил бы. Да, здесь карта, конечно, офигенная. Я бы просто вот так бы уже спрыгнул, чтобы вообще просто уже бы... Чтобы уже просто дойти уже. Так, смотрим, 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 как же нам выбраться из этого ада. Давай же, родной, беги.
Так, сюда я когда подхожу. Но есть путь направо, да? Не знаю. Так. Подожди, но если мы пойдем направо, то мы прям как раз должны... Давай, 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 давай. Бегом, 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 Форест. Правильно? Все правильно, отлично. Мы забирали сообщение туда. Так, идем. Сохранение есть, отлично, значит, мы правильно движемся. Сейчас мы уже, ребят, подходим. Вертолеты уже слышны. Где-то нас сейчас встретят. Под конец, конечно, медведя не хватает. Я бы от него поубегал бы. Так, хорошо, тут просто прямо надо идти и все дела. Я тоже, ребят, надеюсь, что меня не кинут здесь одного. Дилайлу грохнул. Да она оказалась ни при чем. Все нормально. Не захотела, правда, встречаться. Наш герой ей предлагал встретиться. Она говорит, не надо. Я, типа, улетаю одна. Странно. Столько люди пережили, но она не захотела с ним встретиться все-таки. Как-то... Интересно, да, вот люди не видели друг друга? Сколько тут получается? Чуть ли не 3 месяца общались, переживали вот эти все ситуации. И в итоге... Как бы так оно все закончилось. Странно. Так, мы сможем здесь обойти? Музыка прощальная. Ребят, наверное. По-моему, это уже финал, ребят. Приближаемся. Да, точно. Я понял, Иван. Ну, бог ты мой, нам только бы здесь не потеряться. Где здесь дорога? Так, по-моему, здесь нужно идти по этим вот самым... Вот эта пыль, по которой ничего не видно. Пытаемся выбраться отсюда как-то. Давай, давай, давай. Мы где-то уже близко. По-моему, прямо, прямо, прямо беги. Так, прыгай. Направо. Что будет в финале, ребят? Что мы будет именно в финале? Вот интересно мне все-таки, к чему эта история приведет. Здесь есть фуникулер. Так, там развилка. Нам, значит, вот сюда. На этом фуникулере мы покинем эту область. Это загадочное место. Вот он, да. Эй, на место для эвакуации рядом с оврагом. Дилайла, ты там? Дилайла? Она уже уехала. No.
Давай, поехали. Так, я где? Карту не могу достать, карты нету, ребят. Вот этот значок Firewatch. Куда идти, не знаю. Какая-то новая область. Так, по-моему, куда-то вот сюда. Погнали, на вышку. А, это где Дилайла была, да? Удачного дня, написано в туалете. Но в туалет нам не надо. Пойдем поднимемся. Это та самая вышка, с которой, видимо, была здесь Дилайла. Была здесь. Тапочки. Средства для стекол. Че еще? Яблоко. Недоеденная. Вот ее рация, да, наушники с микрофоном. Надеть их. Hello? Is anybody there? Прием, есть то? Hi. Привет, да, это yeah, я. It's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Better than whatever you drive. What do you drive? На чем ты ездишь? A piece of shit. На куске дерьма. Well, there you go. Ну и вот. Although I think there's a raccoon living in yours. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Вертолет должно быть уже скоро, окей. Такие ситуации проводят дебрифинг. Много вопросов. Shit. Ох, дерьмо. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Стародозорно убил своего сына и все дела. Мы предотвратили один пожар, зато начали другой. Окей, получим, получился размен. Мне придется сообразить, чем я буду заниматься каждое лето. Ты не вернешься? Нет. И тебе придется... Я не знаю. Я тоже не знаю, что потом. Давай так, ты выберешь за... выберешь за меня, я выберу за тебя. Ах, ладно, конечно, right. Может. Sure. Maybe... Maybe... Может, ты вернешься со мной в Болдер, и мы там что-нибудь придумаем? Просто мысль. Ты не хочешь, чтобы я была там? Ну, я только что тебя спросил. У меня кое-какие дела в Каспере, а потом я, возможно, поеду на юг, я могу заскочить... Да. Окей. Так, а что насчет меня? Я думаю, тебе нужно поехать к Джулии, а затем ты что-нибудь решишь. Может, воспользуешься печатной машиной для благого дела. Дашь мне сексуальный акцент, а будь... Да. Ты должен ее увидеть. Так бы ты сделала? Генри, я... Ты пришел сюда, чтобы оставить воспоминания позади, но они все еще здесь, прямо перед тобой. Я должен двигаться дальше, мне нужно двигаться дальше. Я не жду, что ты поймешь, каково это, но мне нужно найти способ двигаться дальше, что-то делать. Так вот, для чего Бог и создал выпивку. Генри, я шучу. Я должен двигаться дальше, как-то так. Надеюсь, у тебя получится. Вот вертолет. Они сядут там, где ты поднялся. Удачи, Генри. Увижу тебя, когда увижу. Угу. Пока, Хэнк. Егорик, до встречи.
Так, ребят, вертолет прилетел. Что-то я могу здесь что-нибудь взять-то, а? Не, ну интересная, конечно, история. Я не знаю, чем она дальше может закончиться. Нам, наверное, предстоит потом дальше самим додумывать уже. Хотелось бы увидеть вертолет. Есть, вижу. Давай посмотрим. Давай, беги. Вот он. Ну, бегом, 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 бегом. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли Firewatch. Это круто, прикольная была история. Прикольная история, прикольный сюжет. Какая-то она оригинальная, ребята, игра. Поэтому, ну, на самом деле, останется всегда в моей памяти. Хороший это опыт был. По сути, мы так прикольно покуражились. Всем огромное спасибо, кто пришел на этот стрим, ребята. Огромное вам спасибо. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте. С вами был Родригес. Увидимся через небольшой перерывчик. У нас будет следующая игра Liars of Fear. Это ужасы, хоррор, ребят. Для меня эта игрушка на самом деле, как сказать, хоррор я не часто проходил, поэтому будет для меня нечто новое, ребят. Кому нравится, оставайтесь обязательно на канале. Увидимся через несколько минут.